Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Акамарачи, я вас всех рад приветствовать на своем канале. И как вы можете слышать, звук изменился. Наконец-таки пришел новый микрофон. Всем огромное спасибо, кто донатил тогда на двух стримах, кто просто скидывал донатик. Вообще огромное вам, ребята, спасибо. Микрофон был приобретен. Я думаю, вы слышите разницу. Разница, она, знаете, словно небо и земля. Просто вот вообще не передать, действительно. Звук обалденный, мне нравится, все просто волшебно. То есть вообще просто, знаете, космос, реально космос. И я снимал предыдущее видео разоблачение ловли на реке Белой, и людям совершенно не понравилось, получается, мое видео. Да и сам я там сильно накосячил, я потом пересматривал, думаю, да, я накосячил достаточно, чтобы меня осуждать, но запись прошла, видос был выложен, и, естественно, уже назад пути нет. То есть нужно делать что-то уже с тем, что я сказал. И первое, я сказал за то, что невозможно тут ловить рыбу, пока у вас нет навыков. Так, ага, есть. В принципе, какое-то, знаете, какая-то правда в этом есть. Да, какая-то крупненькая рыбка попалась. Наверное, либо голавлик зашел, либо опять судачок взял. Будем пробовать доставать. Какая-то правда есть, доля правды в этом, вот честно сказать. Потому что навыки все-таки влияют неплохо. Или даже, может, это Хариус. По-моему, Хариус. Если Хариус, это вообще кайф. Сейчас вытащим. Да, это Хариус, ребятки. Отлично просто. Смотрите, зачетный Хариус, великолепно. И навыки влияют, влияют. Кто бы что ни говорил, я считаю все равно при своем мнении, что навык он нужен. Я сбросил все навыки, никуда их больше не вкладывал. Вложил, у меня видите 9 очков, я вложил в использование безинерционной катушки. В ловлю спиннингом я ничего не вкладывал, решил оставить так, потому что, ну, как бы, тут есть ловля еще кастинговым удилищем. Потом, вот смотрите, джерковым я не стал ничего вкладывать. Думаю, оставлю пока так. Ни в блесны, никуда не стал вкладывать. Я, главное, прокачал это. То есть здесь дальность и точность пусть останется. Вот это можно было бы тоже все прокачать. Мне бы хватило по фулке это сделать, но как-то не стал рисковать, потому что я не сброшу, не смогу сбросить опять очки. И один человек, который остался пожелаться, остался... инкогнито пожелал остаться. Он мне посоветовал очень дельную сборку, ребята, смотрите, начальную, так как я неправильно купил спиннинги, я фармил на карасях, заработал денег и собрал сборку. Это самый начальный спиннинг, который у вас есть при старте, он у вас в кармане, в рюкзаке. Вот эта вот катушечка берется, я вам сейчас покажу, не помню, как называется, озеро в деревне, а, дачный пруд. На дачном пруде берется эта катушечка. И ее надо будет отремонтировать, она там поломанная. И ремонтируется она просто, то есть там 80 монет, по-моему, надо, чтобы ее отремонтировать. Там у нее поломка 50%. Потом лесочка вот такая нужна, флюорокарбоновая, я взял на 4,3. Хотя опасно, спиннинг может ляснуть. Ну, тут есть еще поводок, поводок на 2,3. И блесенка. И с такой вот сборкой, но правда есть заморочки. Есть заморочки. Надо, во-первых, ловить на фракционе 10. Вот вы закидываете, ловите на десятки. Как только рыба клюнула, села, вы ее вытаскиваете, фракцион потом прибавляете и вытаскиваете. Я ловлю на проводке 20 с шифтом. Мне показалось, что это самая рабочая проводка на данный момент. И ловится хорошо. Но сразу хочу вас предупредить. Рыба клюет плоховато, но по сравнению с тем, что было, клюет достаточно хорошо, но еще не настолько хорошо, как могло бы быть. Если будет спиннинг другой, другая сборка, то именно специально под реку Белую, там 100% опыта дает этот спиннинг, вообще там сборка топовская, 8000 серебра надо на нее, то, естественно, будет намного лучше, намного круче, блесна будет лететь дальше, но
Но, очень много но в этом видео вообще. Всему есть свои минусы. Вы будете добрасывать вот до сюда. Я и так добрасываю практически вот до вот этой кромки и достаю отсюда судаков. А вы будете бросать еще дальше где-то вот сюда. И у вас будет частенько клевать судак. Еще не забываем за таймень, которая тоже может прицепиться к вам. Таймень — это сразу же поломанный спиннинг на свалку моментально. Таймень 40 килограмм весит. Вот поэтому спиннинг, вот видите, опять поклевочка, хоп. Видите, фракцион справляется, все, вытаскиваем. Вот так вот я ловлю, в принципе, за час, хотя я, наверное, час именно не ловил, прям целый час, но монет 50 делаешь спокойно. Я, к примеру, зашел, за 20 минут я поймал 2 хариуса на 1,5 килограмма, пошел, сдал в кафе на 55 монет. Когда хариусы 1,5-килограммовые, по-моему, 13 стоят. То есть в 2 раза я вот заработал и вышел, пошел спать. То есть все круто, все замечательно. Спиннинг работает, все работает. На такой сборке можете ловить, советую ее всем. Она самая, что ни на есть, бюджетная. И спасибо огромное тому человеку, который мне это посоветовал. Это действительно, как сказать, спасло мою задницу, по-другому это не назвать. Когда были куплены спиннинги не по той блесне, которая должна быть, в итоге вот эта вот сборка действительно меня спасла. Но я же говорю, много здесь но. К примеру, голавль, который за 2 килограмма, его ловить уже намного сложнее. Он, его вытащить прям вот крайне сложно. Если будете ловить на такую сборку, вы это прочувствуете и почувствуете. Если клюет судак, это тоже, знаете, ощущение мало из приятных. Он так долбает ваш спиннинг, вы так с ним намучаетесь, я вам отвечаю. А судак всего лишь 1,5 килограмма. Вы его кое-как вытащите, можете всю ночь тащить. Судаки чаще всего клюют ночью. Можете его тащить всю ночь, и потом в итоге так и не вытащить, он может оборвать вам приманку. Ну, то есть леска у вас кончится, и все, и будет опасность обрыва, вы оставите свою блесну. Блесна, естественно, 30 серебра стоит. Разбрасываться блесной, знаете, тоже не очень-то рационально, особенно когда такая сумма за блесну выложена. Кто-то скажет, что это ерунда, кто-то скажет, что это очень прям дорого, но я, наверное, из тех людей, которые считают, что это очень прям дорого. Но сейчас видите, что-то вот с клевом прям плохо, вот прям не идет. Обычно идет более-менее. Оп, так, оп, поехали, поехали, поехали. Обычно кидаю вот туда, вот примерно, вот смотрите, кончиком удилища показывают в этот вот промежуток, стараюсь попасть вот с этого места, и хариус берет. А еще у меня энергии маловато, ребят, возможно, я до туда не докидываю, и поэтому рыбки нету. Обычно берет там и берет хорошо, но у меня чаще всего берет, вот вы только кинули, да, начинаете тянуть, и хоп, сразу вот поклевка буквально там через 7-10 секунд. Если обычно нету, то уже потом до самого берега тянете, и никакого хариуса у вас не цепляется. Обычно там голавли какой-нибудь небольшой зацепится, и все, на этом все закончилось. Ну, так вот. Еще я не испытал здесь блесну Акила 004. Легендарная блесна, за которую все говорят, что просто неимоверный клев на ней. Блесну сейчас можно купить на Волхове. Но так как у меня он закрыт, я пока не могу туда попасть и прикупить. Здесь же блесны нет. Пятой тоже нету. Есть только шестая. На шестую блесну ловится, но ловится плохо. Плохо-плохо. Ну как плохо? Относительно плохо. Ну за час, вот с такой сборкой, за час без кафе, я вам могу смело сказать, что вы сможете, ну, 150 монет сделать, вот серьезно. Вот хопа, вот поклевочка, все готово. Это вот я вам гарантирую, 150 монет. Ну смотря тоже, какой этот
день, то есть рыболовный день, как поклевки, тоже погода, непогода, вот эта всякая тема, тоже ж это влияет здесь. Но вообще 100 сотка монет обеспечена по-любому, поэтому можете спокойно собирать, ловить, и будет вам счастье. Я вот, к примеру, нарадоваться не могу. Я вообще думаю, наверное, бросить донки и пока что перейти полностью на спиннинги, ловить спиннингом. Правда, река белая нас задолбет. Я прям чувствую, что она прям задолбет. Вот, видели, видели, это была, по-моему, это, как ее, скажите, пожалуйста, форелька. Вот форельку поймать. Кстати, форелька тоже стоит неплохо, по-моему, килограмм 200 живого мяса форелевого стоит, ну, порядка, наверное, 12 монет, 13 монет. Поэтому форель тоже имеет место быть, она очень хорошая. Да вообще, все зачетные рыбы, которые вот идут, они стоят, по-моему, уже от 5 монет начинаются. Поэтому любой зачетный хариус, любая форелька зачетная, это круто. Голавлик такое себе, если честно. Я голавля здесь я не расцениваю вообще как заработок. Это такая сорная рыба, вот именно для реки Белой. На ней заработать нет. Ну, там 2-3 монеты за зачет. Там когда-никогда 4, если прям вес хороший, к 2 килограммам приближается. Наш с вами приоритет это, естественно, хариус. О, смотрите, прям под... И не успели. Это был, скорее всего, голавль. Но поймать мы его не успели. Люди пишут, клев отключили. Ну, клюет хуже, да. Согласен. Я когда сам ловил, было лучше. Я как-то так быстренько за полчаса, наверное, рыбок 30 поймал. Вот правда, вот рыбок 30. Пошел, сдал, было 100, где-то там 40 монет. Там 138, поэтому я же вам говорю, что за час вот 150 монет я вам могу смело ну, не рекомендовать, а утверждать, что можно заработать. С человеком, который мне подсказал сборку и все вот это как сделать, он говорил, что за час такой сборкой его налавливал около 300 монет, это вместе с кафе. В принципе, я ему верю, если поймать, допустим, 3 форели, там можно сдать их за килограмм, сдаешь за 90 монет. Тот же, так, а ну-ка, 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 ну-ка. Форелька, да, у нас? Проверим. А не, голавлик. Можно сдать. Потом 2 хариуса, вот тоже, я же говорю, за килошники, которые тоже вот за 55, за 50 монет, ну, в зависимости от кафешки. То есть кафешка очень хорошо бустит, очень хорошо дает денег вам. Кафе стоит выполнять. Но звук, ребятки, звук просто легендарный. Не знаю, мне прям очень нравится. Не зря я купил этот микрофон. Опять же, всем огромное спасибо. Выражаю свою благодарность за тем, кто донатил, кто помог копеечкой, рублем. Если хотите еще поддержать канал, внизу есть ссылка. Заходите. Сколько не жалко, сколько можете, можете закинуть рубликов. Все деньги пойдут в благое дело на улучшение качества видеороликов. Ну и самой игры. Кому интересно про Арканум, игрушку, которую писали в комментариях, чтобы я проиграл прохождение, пока, думаю, надо отложить. Вот видите, опять вот клюнуло, вот хорошо пошло. Пока, думаю, немножечко отложить. Я понял, что вы хотите, чтобы я как бы поснимал ее. Но отложить хочу, потому что в реальную рыбалку, которая Android, хочу взять 20 разряд. И, возможно, показать что-то очень интересное. Хотя видосы есть на YouTube. Многие ютуберы показали, что, как, где и почему. Но я все-таки хочу и от себя тоже показать. Да, я обещал в каком-то видеоролике в начале летсплея, что я обязательно, вот Хариус, по-моему, попался, обязательно дойду до 20-ки. Поэтому пока не дойду, не успокоюсь и большую часть сил буду вкладывать в реальную рыбалку. О, вот смотрите, зачетный Хариус. Сейчас мы посмотрим, сколько он стоит. По-моему, 4 монет 100%. Сейчас глянем. Где он, где он, где он? А, не, там маленький сильно, 2 монетки. Ну вот, килошник, смотрите, 10 монет.
Давайте глянем в кафе, что нам предлагает кафе. Свои услуги. Галавль от 800. В принципе, наловится. Вот это уже тяжело. Очень-очень. Это трофей. Две штуки. Вот смотрите, за 2 кг это, конечно, сильно они берут. Прям сильно. А так, если обычно хорошо. Вот судачка за 2 можно поймать. Но не на... Ну, на эту снасть, в принципе, тоже. Но это будет очень тяжело, сразу вам говорю. Это если вам повезет. А так, рыбный рынок. Сдаем. Тоже клев как-то пока сегодня не заходит. Всем огромное спасибо, кто посмотрел. Комментируйте, как вообще звук, что, как, вообще по видосам. Всем вам огромное спасибо за просмотры, за лайки, за донатики. Оставляйте комментарии. С вами был Акамарачи. Всем не хвастанчуи и до скорых встреч. Пока-пока.